покажу, где вот так, Анечка, только что опять в известном киоске. И Мадрис куда Ромка выкинул мародера. И опять с ребенком. Вот, лежит. Говорит, я ничего не делал, паёк получал. Вот такое падло. Покажи рожу, сука. О, молодец, улыбнись, помочи ручкой, блядь. Пидорас, нахуй, блядь. Вон, хай страна, блядь, знает, сука, своих героев, блядь. Вон, блядь, кто не узнает, нахуй. Пидорас, ебать, задержались, сука. Еще, блядь, просит 20 грамм, блядь, нахуй, налить ему, блядь. Все, извините. Пидорасина, нахуй. Извините, все, извините. Ну что ты, уебок, как тебе дела? Че ты тут привязан? Брат. Знаешь, что это такое? Виноват, короче, я виноват. Виноват? Да, я виноват. Но, знаешь, за что? За что? Ну просто, короче, я алкоголь, короче, нет. Вот, а где ты взял? Я тебе сказал. Где ты взял? Я его... Сейчас тебе. Что ты там делал? Да меньше разговаривай. Где ты был? Я не знал, ты вот подошли, пацаны, подожди. Что ты там делал внутри? Ты только что говорил, что знают. Тебя послала тероборона. Я был сам. Внутрь ларька, правильно? Ну, Слав. Да. Да. Я был сам. Давай, говори, с кем был, мы тебя не расстреливаем. Нет, да он был сам. Подожди, что ты там делал? Я был сам. Честное слово, пацаны. Да, ты был... Давай, блядь, нахуй ты, пидор. Давай, давай, нахуй. Давайте, солнышки мои. В следующий раз не будете грабить, блядь. Слава Украине! Здорово, Слава! А ты их Пожалуйста, пожалуйста, скажи, ты так кранчил. Что, Фриза, я тебе кранчил, это я тебе кранчил. Ну, поснимай, братан. Ну, поснимай. Давай. Говорю, на руки вверх ему. Давай. Ну да, надо было на руки. На руки вверх ему. Вот наше лицо Лиманского. Это скотина, которая лазит по окнам, наркоман. Ты все что, знали, охуел, ебать? Ты что нахуй ты по ним идешь? Это наша Украина. Это падаль. Это наша Лиманская это падаль. Это наша Украина. Вот собака сидит привязанная к столбу.